Японская Toyota представила американцам 8-е поколение популярного в Штатах седана Toyota Camry 2018 модельного года. Несмотря на то, что новое поколение Camry построено на новой платформе TNGA, тем не менее, это не внесло кардинальных изменений во внешний дизайн машины. Общее стилевое решение осталось прежним, но добавился некий налет спортивности, что связано с новой платформой, у которой центр тяжести занижен. Соответственно, высота машины уменьшилась на 2,5 см и, кроме того, изменились геометрические пропорции кузова. Теперь длина машины составляет 4 метра 85 см при ширине 1,83 м и высоте 1,42 м. Новые размеры кузова пришлось заново осмысливать дизайнерам Toyota, и, казалось бы, при таких пропорциях кузова самым выгодным было бы скроить для Camry спортивный костюм. Однако дизайнеры Toyota только обозначили спортивность, а общее стилевое решение оставили прежним, подогнав его под новые размеры кузова. С той стороны, решение было связано с тем, что основными покупателями Camry в Америке являются домохозяйки и работающие женщины с достатком ниже среднего, которым менее всего нужна спортивная машина. Поэтому, чтобы не отпугнуть эту основную часть покупателей, руководитель Toyota, господин Акио Тойода, приказал дизайнерам постараться обновить дизайн машины таким образом, чтобы не отпугнуть домохозяек. В итоге они с блеском выполнили приказ шефа. Новая Camry, несомненно, должна будет понравиться небогатым американским покупательницам. Гамма же прилагаемых моторов будет состоять из двух атмосферных двигателей объемом 2,5 и 3,5 литра, а также гибрида. Бензиновые моторы будут оснащаться 8-ступенчатым автоматом, а гибрид – вариатор. О мощностных и динамических характеристиках моторов японцы пока ничего не сообщают, но учитывая, что основными покупателями Camry являются женщины, то трудно ожидать от этих моторов повышенной резвости. Скорее всего, в них будет сделан особый акцент на плавности хода и экономичность. Продажи новое поколение Camry поступит в Америке во второй половине текущего года, но уже как модель 2018 года.